Друзья, всем привет! Вы на канале «Инвестиционные проекты». Сегодня 4 апреля и очередной новый проект на майнинге Tron. Проект неплохо подготовлен, поэтому решила вам о нем рассказать. Регистрация простая. Указываем номер, выбираем свою страну, придумываем пароль, далее секретный пароль. Далее у вас будет инвайт-код. После того, как вы перейдете по моей ссылке, которую я оставляю внизу, под этим видео, и капча. Далее регистрация. Так как я уже зарегистрирована, я вхожу в свой личный кабинет. Есть у них сертификат, на котором написано, что проект зарегистрирован в 2018 году, то есть ему 4 года. После регистрации в наличный кабинет вы получаете 1000 бонусных трон. Троникс. 1000 будет майниться, но вы с нее прибыль вывести не сможете, она будет у вас просто на балансе. 1000 бонусных TRX – это $76. Перейдем к пополнению баланса. Инвестирование в проект возможно только в монете Tron, поэтому для работы вам придется сделать криптовалютный кошелек. Если вы уже пользуетесь криптокошельками, самый простой вариант – это Pair. Вы переходите в свой личный кабинет Pair. Здесь есть биржа, она не волатильна. И покупаете Tronix. Вот, например, Tron USD. Видим стоимость и видим купить, продать. Например, вы хотите купить за доллары. У вас доллары уже должны быть на балансе. Или можете купить за российские рубли, если они у вас есть. Вот, например, Tronix рубль. Один трон стоит 6 рублей. Например, хотите купить 100, это 625 рублей. Или 500, это 3000 рублей. Также, если у вас есть, например, карта Visa, MasterCard, и у вас нет денег на Pair, вы можете воспользоваться обменником BestChange. Ссылки на Pair и на обменник я оставляю внизу в описании к этому видео. Вы выбираете, что вы хотите отдать. Например, у вас есть тот же Kiwi или Perfect Money. Или ADV Cash. Или Тинькофф. Например, выберем Сбербанк и покупаем Tron. Здесь то, что даете, здесь то, что получаете. Минимальная сумма обмена 100 тысяч рублей, 5 тысяч рублей, 2 тысячи рублей. Для того, чтобы вам обменять деньги, нужно иметь свой адрес Tron. Хранить и переводить Tron я рекомендую в Trust Wallet. Trust Wallet – это криптовалютный кошелек от биржи Binance. Он безопасный, надежный и очень простой. Поэтому я его рекомендую, я сама его использую. Также Pair я тоже использую. В общем, регистрируйте кошелек Trust Wallet, если у вас нет других кошельков. У вас будет адрес Tron. Далее вы, например, со Сбербанка покупаете Tron, вставляете адрес с Trust Wallet Tron и туда переводятся деньги. Такой совершается обмен. Можете воспользоваться биржей Binance, там будет процесс чуть-чуть сложнее. Надеюсь, в ближайшее время я запишу видео руководство Binance. Как им пользоваться, как зарегистрироваться, как вывести деньги, как пополнить и так далее. В общем, самый простой вариант – это Pair и BestChange. Я перехожу к пополнению баланса, нажимаю депозит. Далее видим TRX-адрес и на этот TRX-адрес переводим деньги. Я использую Trust Wallet и перевожу 30 TRX себе на баланс. Скриншот транзакции я оставляю здесь. В течение 50 минут деньги поступят мне на баланс TRX International. Я успешно пополнила
баланс. Видим, что я отправила на депозит 30 TRX. Кстати, у проекта есть телеграм-чат, и в нем 6600 участников. Можете присоединиться, если у вас есть желание. Также презентация, она доступна по ссылке, которую я оставляю внизу в описании к этому видео. Она на английском языке, можете ознакомиться. После пополнения баланса депозит открывать не нужно, у вас будет он уже автоматически открыт. Мы перейдем в вывод, мне уже пришло начисление от майнинга, и мы видим, что я могу вывести 0,75 TRX. Выводим деньги. Все. Деньги поступили мне на баланс. Скриншот я оставляю здесь, транзакции. Эту прибыль по депозиту 0,75 TRX я могу выводить ежедневно. Депозит от 5 до 30 тысяч TRX 2,5 в день. Процента вы получаете. Депозит более 30 тысяч TRX 3%. Депозит более 200 тысяч TRX 4%. И депозит более 500 тысяч TRX 5% в день вы получаете. Чем больше сумма вклада, тем больше процент выплаты. Буду тестировать проект, работать. Мое видео подходит к концу. Если у вас остались вопросы, пишите мне. Все ссылки находятся внизу в описании к этому видео. Подписывайтесь на мой новостной канал, где я публикую все самые последние новости в мире криптовалют, инвестиций и проектов, с которыми я работаю. Также подписывайтесь на наш чат, чтобы общаться с активными инвесторами. Видео подходит к концу. Я надеюсь, оно было полезным и вам понравилось. Если это так, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Я желаю всем нам только профита, только удачных и долгосрочных инвестиций и проектов. И всем большое спасибо за просмотр.